штат Юта. Ранчо больше нет, Майкл. Но миллионы могли остаться. А как их найти? Или у тебя на заднице наколота волшебная лаза? Чтоб больше ни звука из твоей пасти, кроме того, что твоя фотографическая память выдаст насчет карты! Осторожнее со мной, сынок. Это ты будешь осторожничать, когда мы вышвырнем тебя, сынок. А если ты не вспомнишь, где силосная башня, ты нам не нужен. Эй, вы! Откройте! Заткнись! Карта! Понял, понял, понял. Сейчас, сейчас. Выпусти меня, босс! Сейчас, сейчас. Ранчо, ранчо было в центре квадрата. Дорога Шипроуд с одной стороны, Кокосинг-Роуд перпендикулярно. В центре участка дома, вокруг деревья. Ну, выпустите! Тут всем деревьям не больше года. Кроме этих. А где башня? Среди деревьев, я бы сказал, слева. Хотя, может, это сарай. Парни, я вспоминаю, как могу, но я же не знал, что тут все застроит. Так что извиняюсь, но в этом деле я не человек дождя. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Здание федеральных служб. Алекс Махоун, добрый день. Лайл Сенс. Мы получили информацию о беглецах. Все силы управления ФБР в Солт-Лейк-Сити в вашем распоряжении. Благодарю. Затребованные мной документы по делу Купера у вас? Их собирают. Это то дело 30-летней давности. Так точно. Чем быстрее я получу досье, тем будет лучше. А вы тут разве не из-за Фокс-Риверской восьмерки? Верно. А они прибыли в Юту за деньгами Купера. Так где это досье, Лайл? Башня. Башня. Башня, башня. Идиотизм. Нас скоро засекут. Заткнись ты. Кажется, вспомнил. Если бы мы делали ставки, я бы сказал, что башня слева от главного дома, среди деревьев. Нет. Она за деревьями. Вон там. Видите два дерева? Они ниже остальных. Посажены все одновременно, но этим доставалось меньше света. Они были в тени. В тени башни. Наши деньги там, под полом гаража. Надеюсь так, малек. Это не элитный квартал. Его возвели на скорую руку. Фундамент башни еще там. Чтоб сэкономить цемент для гаража, скорее всего, клали поверх фундамента. Будем рыть. Наткнемся на фундамент, остаемся. Нет? Уходим. За дело. Тут дышать нечем! Нет таких проблем, которые не решит отвертка у виска. Доминик Пёрсел, Уэнтворд Миллер, Амари Наласко, Маршал Элман, Уэйд Уильямс, Пол Эйдельстин, Роберт Кнеппер, Рокман Данбар, Сара Уэйн Эллис и Уильям Фихнер в сериале «Побег».